Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю простое, но очень вкусное печенье хризантемы. Для его формирования вам не понадобятся кондитерские формы. Достаточно будет пропустить тесто через мясорубку. В глубокую миску отправляю размягченный маргарин для выпечки. Он должен быть не растопленным, а просто вот таким вот мягким. Сахарную пудру. Для песочного теста лучше использовать сахарную пудру, поскольку она быстрее растворяется и у вас в тесте не останется кристалликов сахара. И пакет ванильного сахара. Чтобы при взбивании пудра не начала разлетаться в разные стороны, я ее немного проминаю венчиками от миксера. И взбиваю на средних оборотах в белую пышную массу. Вот такая побелевшая и очень воздушная масса у вас должна получиться. И продолжая работу миксера на средней скорости, начинаю добавлять яйца по одной штуке. Следующее добавляю, когда предыдущее полностью соединилось с массой. Готово. Вот такая масса у вас должна получиться. Следующим этапом необходимо соду погасить уксусом. И добавляю в основную массу. Миксер уже не использую, а аккуратно перемешиваю лопаткой. Всыпаю муку, немного больше половины от общего количества. И замешиваю тесто. Тесто остается довольно мягким, поэтому добавляю примерно 2-3 столовых ложки муки. И перехожу на ручной замес. Вымешивать в миске мне уже становится неудобно. Высыпаю на рабочую поверхность примерно 1 столовую ложку муки. Выкладываю тесто. Долго вымешивать и греть руками тесто не нужно. Достаточно просто собрать его в однородный комок. Вот такое очень мягкое и нежное тесто у вас должно получиться. Дальше тесто заматываю в пищевую пленку. И отправляю тесто в холодильник на 1 час. Оно немного застынет, и с ним будет легче работать. Тесто пролежало в холодильнике и стало немного плотнее. Для удобства я его разделяю на вот такие небольшие части. И начинаю пропускать через мясорубку. Печенюшки делаю небольшие, около 5-6 сантиметров. Обрезаю просто кондитерским шпателем, можете взять нож. Да, и перед тем, как начать формировать печенье, поставьте разогреваться духовку на 180 градусов. Печенье сформировано, и отправляю его выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 18-20 минут. Мое печенье готово. Вот такие красивые хризантемы у меня получились. Как вы видели, приготовить его довольно просто и без заморочек. Поэтому обязательно порадуйте своих близких такой вкусной выпечкой. Ну а я вам желаю приятного аппетита. Спасибо, что смотрите мой канал. Всем удачи, всем пока!